будущие балерины. Скоро начнется урок в школе на улице Зодчего Росси, прославленном хореографическом училище имени Ваганова. Класс народной артистки Советского Союза Натальи Михайловны Дудинской. И вновь начинается приближение к совершенству. И снова видится замечательной балерине за робкими движениями учениц собственной ее партии, составившей славу Натальи Дудинской. Никия в баядерке.
Китри в Дон Кихоте Минкуса. Жизель. Ощущением, внутренним теплом, настроением. Вот когда ты слушаешь еще даже вступление к вариации, и не только к этой, а вообще к любому танцу, вот это вступление, этот характер музыки, он должен тебе дать настроение на всю вариацию в данном случае. Вариация очень воздушная, очень элегантная, очень грациозная. Ее как бы надо танцевать где-то на кончиках пальчиков, знаешь, как на иголочках просто. И вот когда делаешь начало, вот эти ручки, они должны быть очень мягкие и в то же время показать исходное положение. Точка должна быть в каждом движении. Вот этого было мне мало. И потом еще надо добавить голову, выражение головы во время фуэте. Руки хорошо и ножки хорошо делаешь, все, и корпус даже поворачиваешь, а голова как будто статичная. И поэтому выразительности нет, понимаешь? Это очень важно. Вот сейчас мы повторять это не будем. Пойдем дальше. Но это очень помни, это очень важно. Вот именно каждое движение должно нести свое содержание, свое настроение. Раймонда в балете Глазунова.
три и четыре пошла рука. Раз, два, три, четыре. И раз, пойте. Два, вот сюда вывели ножку. И опять повернулись, нога осталась там. Насклонились. Раз-сы. Под горы. Пятое. Шагнули сюда. Мои пасы. Раз, за лобкой. Два. Два тура. Раз, два. Стали бьется. Раз. И подтянуть на ножку. Два. Здесь... В этом классе Агриппина Яковлевна Ваганова когда-то впервые увидела ученицу Наташу Дудинскую. Настойчивость Дудинской, говорила Ваганова, может для многих служить примером. Класс Вагановой начинался с труда беспощадного и упорного. Первые шаги к совершенству неповторимого стиля Дудинской. И начинай раньше времени. И потом, когда ты бежишь, когда ты выбегаешь, ты так смотришь туда на публику, и так же останавливаешься в позе. Ты вот нет, так же голова, как была, да? Тара-тара-тара-тара. То есть снизу головка должна пройти на позу, да? Это очень неинтересно, одно и то же положение. Можно, пожалуйста? Уже тогда, в годы ученичества, в Дудинской проснулись способности педагога. Никто не мог лучше объяснить, почему не получается то или иное движение, или что нужно сделать, чтобы танец обрел свободу, изящество и легкость. Учитель заново живет в учениках, как зримо воплощается эта мысль в уроках Дудинской. Независимо от тебя. А ты должна ручками своими играть. Вот, вот ручки играют. Вот-вот головка идет как бы не то, что обязательно смотреть на руку, да? Но где-то она должна чувствовать вот кисточку руки. Давай еще. Любимые образы балерины, образы балета Чайковского. Маша. Аврора. Адилия. Thank you.
Образы были созданы Дудинской в советских балетах «Пламя Парижа», «Гаяне», «Медный всадник», «Тарас Бульба», «Лауренция», «Маскарад», «Шурале» и вот выдающийся успех в балете Кара Караева «Тропою грома» в труднейшей роли Сари. Мне хотелось высказать со сцены свое сочувствие жертвам расовой дискриминации, свое негодование законом варварского уничтожения человека человеком, говорила балерина. Thank you.
родилась Дудинской. За этими словами не только старый класс в школе на улице Зодчего Росси. Класс Дудинской — это и высочайший взлет искусства, отметивший жизнь в танце Натальи Михайловны. Жизнь, которая продолжается. Thank you.